На минувших выходных бильярдный клуб «Пирамида» стал площадкой проведения чемпионата по данному виду спорта. Подобный турнир проходит ежегодно. Клуб открылся в 2010 году. Во время строительства этого клуба, то есть я познакомился с Хайдаром Миншарифовичем и предложил арендовать этот клуб, то есть сделать клуб в спортивном режиме. То есть, сами видите, более-менее здесь спортсмены все собираются. Открытие было в 2010 году. Президент Федерации бильярдного спорта приезжал, глава администрации. Вот с 2010 года, начали работать. Была установка, больше спорта. И каждый год проводилось не менее 50 турниров. Приезжали участники со всей Башкирии. Возрастных ограничений организаторы не ставили. В общей сложности за призовые места боролись 16 человек. Турнир собрал участников различного уровня мастерства. В основном это люди, проводившие свое свободное время за бильярдным столом в компании единомышленников. Азарт, сила и воля не покидала участников ни на минуту. Сегодня проходит финальный этап, приуроченный ко дню строителя. С апреля месяца проводили этапы, выявили восьмерку сильнейших, вторую восьмерку. Соответственно, участники из города Салавата, Мелиуза, Кумертау. Проводим сегодня финальный этап. Всем, конечно, удачи, красивой игры, самое главное. Бильярд вид спорта это такой интеллектуальный, спокойный, то есть драк не бывает, все люди культурные. За красивую игру. Работает клуб не только для бизнеса, а для самоутверждения. В этом клубе царит спортивный дух, и мы с удовольствием приезжаем на этот турнир, принимаем участие. И наши спортсмены, наши ребята получают удовольствие, посещая настоящий сегодняшний турнир. По результатам турнира в первой лиге первое и второе место заняли спортсмены из города Салавата. Это Александр Попов и Артур Зубаиров. На третьем месте расположился Николай Рузанов из города Мелиуз. Четверку сильнейших замкнул кумертаусец Вячеслав Курочкин. Во второй лиге всю тройку призеров заняли представители города Кумертау. По традиции, в конце турнира состоялась церемония награждения. Организаторы также позаботились о том, чтобы у участников была должная мотивация. Для победителей и призеров, помимо кубков, медалей и дипломов, были приготовлены денежные вознаграждения.